вас, Михаил Алексеевич, было 64 тысячи рублей. Я предупреждал, что вы могли потерять 32 тысячи рублей. Предупреждал? Да. 64 тысяч рублей у вас нет. У вас 125, правильно? О. А как вы представляете себе эту игру крикет? Ну, деревянный шар, деревянный молоток. Там определенные арки такие. Вот надо вот как-то пробить. А это по-вашему крикет? Ну, да. Но Нина Петровна же не сильна в фантастике. Вы это знали. А зачем вы ей позвонили? Правильный сейчас с вашей стороны ответ для улучшения отношений, чтобы услышать голос родной тещи. Она нас слышит, да? Она нас видит сейчас.